Здравствуйте, друзья! А вот и я. Видите, как в рифму. Я вот в таком домашнем платье. Ну да, повыпендриваюсь перед вами и в домашних носках. Это платье, оно мое как бы любимое. Я его купила в Австрии в 2020 году. Такой тонкий-тонкий трикотаж. Мы заходили в Лидл. И я смотрю, там платье. У мужа пиво выходит носом. Если вы услышали какой-то звук, не обращайте внимания. Вот. И я сейчас буду... Он сейчас будет что делать? Сейчас мы его будем снимать. Сейчас креветки будем. Нет, сейчас мы сейчас шашлык, потом креветки. И вот это все будет в процессе. Все. Да. Вместе с пивом. Вкусно? Знаешь, вот понюхай запах стакана. Вот да, здесь, другое. Вот чувствуется это с другого континента. Не так, как варится в Америке. Да, нету, не так. Американский запах. Вот я вот по этому запаху вижу, что другое. Значит, смотрите, вот он варит креветки. А тут мы собираемся делать щи, так как у нас щи. Кислая капусточка есть. У нас есть. Своя домашняя кислая капуста. Да. Собственного посола. Вот она стоит. Вот. Ну да. Так, сейчас креветки я солью. Потом займусь ими позже. Сейчас мы будем шашлык делать, мариновать. Муж маринует шашлык, а мы завтра его будем жарить. На улице. Ну, не жарить, а изготавливать шашлык на улице. Так, а один кусочек мяса Спатик не покушал. Нажрался. Собака. Так, значит, креветки надо слить. Вот тебе. Банку надо убрать. Полотенце подтиралка вот тут лежит. Банку вот так. А лук я сейчас ему почищу. Значит, помогу. Надо помыть, наверное. Потом, давай шашлык делай, потом помоешь. А то люди будут на твою спину смотреть. Ну, шашлык, все специи. Ну, руки, да? Руки помыл. Да, руки я мою. Чистота. Залог здоровья. Залог здоровья. У чистых. Так. Сейчас я сполосну лук. Огромные чистоблюдые. Вот, ставлю лук. Что еще? Креветки уже готовы, я думаю. И мясо я выключаю. Оно еще не проварилось. Так оно потом будет провариваться? Или ты имеешь в виду, что оно замороженное? Было замороженное. Нет. Ладно, пускай постоит, а потом все по очереди. Соль, перец, да. Что еще? Ну, какие там специи? Вегета? Да, какие там наши. Да, здесь так свечка пахнет. Вегета. Сильно. И пожитник. Пожитник, да. Пожитник. Чуть пожитника. И мы минеральной водой можем чуть-чуть залить. Оно будет мягче. Давай. Соль не будем давать пока. Соль дается потом. А, чтоб не забирала соль. Окей, я забираю. Соль. Даем только специи. Чеснок даем? Да. Подожди, я сейчас посмотрю приправу. Или не даем чеснок? Шашлыку. Приправа. А мы чеснок даем в шашлык? Не даем. Как будто мы никогда не делали этот шашлык. Миллион раз делали. Нет, мы не даем. Чеснок. Скажите, кто дает чеснок в шашлык? Никто не дает чеснок. Нет у нас приправы к шашлыку. Сделаем сами. Ну да. Сейчас сами что-то. А лук еще тебе дать? Или хватит? Перец. Лука может и хватит. Перец черный нужен.
Перец есть белый, он такой же, как и черный. Так, вот эту мы заберем. Да? Да. Ну что, вот, погнали. Перемешиваем. Будем сейчас посыпать чуть-чуть. Всяких разных. Да? Спатик ходит вокруг да около. Съел мясо? Посматривает он. Ну да. Там нового-то. Ну давай, я сыплю вегету. Вот эта соль уже и есть для мяса. Можешь еще... А, не надо больше. Перец даем. Перец. А вот у нас еще есть хорошая... Пожитник. Вот это у нас есть хорошая. И греческая приправа. Греческая приправа, хорошо. Так, а пиво это называется... Вернес Грюнер, Пилс Легендер, 1436 год. С 1436 года оно пиво варят. Варится. И написано, что произведено в Германии, да. Ну, короче, будем верить. Теперь надо воды сделать. Да. Перец есть? Теперь я иду за специальной водой. Мы будем... Черный горошком. Не надо. Ой, не надо, а черный. Мы дали. Так, все. Ты знаешь что, Владик? Он сухой. Лук еще может быть почистить. Можно лука еще. А да. Еще знаешь, что дают для мягкости? Майонез? Патик. Пиво хочешь? Смотри, как он смотрит. Спатик. Пиво? Спатик, поговори. Спатик наш разговаривает, да. Спатик, пиво хочешь? Сейчас я быстренько принесу бутылку, мы сделаем минеральную воду. Хороший Спатик, хороший, 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 хороший. Да есть сделанная вода. Она с газом? Да. Давай, мне рука. Буду давай, давай. Ну вот, там есть газ. Давай. Смотри. Я как-то майонез не очень люблю в шашлыке. Мне кажется, это жирно будет. Хочешь лука еще добавить? Да, лука еще можно добавить. Да, еще лука есть. Сейчас я еще почищу. Эти специи, они должны... Там пожитника много. Хорошо. Сейчас я чищу еще один лук. Нормально пахнет. Да, отлично. Шашлыком, а не каким-то. Красный перец, наверное, не надо туда давать. Хотя можно и дать, почему бы и нет. Правильно? Красный перец, только не копченый, пожалуйста. У нас не копченый, у нас копченый закончился. У нас есть копченый, и копченый вот он портит все. Не, мы уже использовали копченый. Осталась только одна паприка. Обычная. Обычный, одна паприка, да. Этот, он даст, он аромат даст. Все. Угу. Это хорошо, это не помешает. Ну, не повредит это точно. Потому что если дашь американские вот эти вот, ага. Все повредят, будет угу. Не шашлык. Ну, отлично. Костя говорил, что можно выдавливать даже сок, помнишь? Из лука? Да. На терке тереть можно, да? Да, да, типа там выдавливать, что-то такое.
Но он же закончил, по-моему, техникум какой-то в Белоруссии, в Минске. Я думаю, изощряться не надо, просто давать лупки. Мы говорим о нашем зяте. Пропитался. Да. Чтобы пропитался. Да. Ну, видишь, ты уже по-белорусски можешь говорить. Уже белорусскую мову знаю. Это он шутит, конечно. Ну все, вот мы отлично замариновали шашлычок. Запах. И ставим его в холодильник. Ну и завтра будем жарить. Всем спасибо за внимание. С вами был Владик и Жанна.